Так, мы погрелись, покушали. Погрелись, пригрелись. Аж слишком сильно, мне кажется, у камина. У меня разболелась как-то голова. Не знаю, щеки горят. Время, сколько время? Время 3:30. Я иду одна смотреть на закат морской. Надеюсь, да, что он будет над морем. Солнышко будет уходить. Я иду одна, потому что эти лентяйки не захотели одеваться. Петя какой-то капризный, не спит, наверное, не нравится ему на новом месте. Поэтому я иду одна. Вообще, в домашних штанах. И как же тут красиво. Обалдеть. Посмотрите. Просто нереально. Пойдем поближе. Поближе посмотрим подальше. Ой. Это просто невероятно. Я не знаю даже. Я не помню раньше, вот ездила я на море. Видела ли я такие закаты, или они чаще всего были где-то вообще в другой стране. Там вдалеке. Нет, конечно, на экране не видно кораблик. Но может, если присмотреться, вот здесь вот-вот-вот, корабль какой-то плывет. Просто это чудо чудесное. Мне кажется, что все мои предыдущие пребывания на море, они какие-то были неудачные в плане заката. И он был где-то не там. Но в Италии он точно был где-то не там. Как-то он за горы уходил, солнце, за холмы какие-то. А не знаю, в школьные годы, когда я ездила на море с мамой, я вообще не помню, что там было. Но это просто, я не знаю. О боже, как же это красиво. С ума сойти просто. Я не знаю, меня мои эмоции переполняют. Это тут моя тень виднеется. Это я. Как же это красиво. А главное, мне очень нравится вот эта трава, которая растет в этом песке. Ой, просто с ума сойти и не встать. Умереть и не встать. О, боже. Простите мне мои эмоции, но я днем, когда мы пришли днем на море, я не испытала такого восторга, как сейчас. Просто. А там вдалеке, кроме корабля, видны еще вот и тучки. И если верить карте осадков, то там идет дождь, снег и... Сегодня, точнее, ну, получается, уже завтра к утру обещают нам снег. Так что есть вероятность, что мы проснемся утром и за окном будет белым-бело. Ну, увидим. Сегодня какие-то попытки были утром, но так, пару шариков пенопласта выпало и все. Ох, это просто невероятный вид. Просто невероятный вид.
Мне так хочется туда вниз спуститься, поближе к воде, но что-то я боюсь. Что-то я боюсь немножечко. Даже я не то, что боюсь, что меня там в море унесет. Нет, я боюсь ноги намочить, а мочить ноги я не хочу. Вот, потому что все-таки холодно. Плюс 3 градуса. Кто пришел? Мои лентяйки, вы опоздали! Вы опоздали! Солнышко уже зашло. Все-таки пришли козявки. Ау, Петя! Солнце уже садится. Все. Еще чуть-чуточку осталось ему. А? Он ключ потеряет. Агой. Вау! Да. Петя, кукай, там солнечко. Все уже. Как здесь было красиво, когда я только пришла, у меня дар речи просто пропал. Да, да, да. Мой маленький, обниматься ко мне идешь. Да. Вот хулиганы, что вы делаете? Но принесла листы, Соня. Еще одна. Вот что они творят, а? У меня тоже. У меня все замерзло. Я вообще в одних штанах. Ты в колготках? Боже мой. А мы здесь пойдем. Там вот прям совсем, совсем берег. А вот здесь в траве такой песок интересный. Он не проваливается. Где там моя нога? О, остается след, но он не проваливается. Ты по нему ходишь просто. Я в домашних штанах. А что, могу себе позволить, да? Идем наших мальчишек ловить. Они куда-то ушли вообще далеко. Какая же травка прикольная. Вот это... Ой. Ну я тебе хорошо. Я тяжелая. Я могу дырки здесь проделать. Нет, это не я. Это, наверное, мальчишки наши. Это что такое? Или кто-то это еще? Не знаю. Смотрите, почему это розовое? Потому что, наверное, отсвечивает. Чё, мальчишки? Чё вы? Чё? Ага, красиво, покажи. Соня у меня, юный фотограф. Ой, это... Запрещенка какая-то там. Нет, там уже нету, потому что фото. Чё вы? Петя, идем что ли, куда-то? Куда идем? Ведронку купить, мешку. О, боже. Соня на местном телевидении увидела рекламу какой-то игрушки. И ей нужно, конечно, просто позарез искать этот магазин, купить какую-то фигню, но чтобы было ясно,
ближайший город находится где-то в 8 километрах, что ли, от нас. То есть по-любому нужно туда ехать. О, там еще что-то ремонт дороги, какой-то даже тротуара нет, то есть туда не пройдешь пешком. Да и вообще зачем оно надо ходить пешком куда-то далеко. Мы приехали сюда в лес, чтобы как раз-таки находиться в изоляции. Вот я смотрю на себя в камеру, я смотрю на экран, но я как будто бы смотрю на вас. Получается, короче, это надо мне привыкнуть. Мне нужно в камеру смотреть, чтобы я смотрела на вас. У меня руки красные, наверное. Задубела просто вся уже. Вот такие дела. Красота. Красота не светится, отсвечивает красота. Ага. Че ты, муж, ты счастливый? Почему? Почему? Ты счастливый? Почему? Да. Чего? Да, чего? Счастливый. Да? Забаву нашли, да? Че, раскопали уже? А я хочу до страшного леса. Вау. Кто? Я? Вау! О! Я высоко? Той! Ага. Какой-то гриб там растет, мухомор. Лес. Черный страшный лес. Там идет человек с двумя собаками. Там по берегу. Вдоль берега. Смотри-ка, здесь реально можно просто какие-нибудь песчаные эти санки и кататься с горки. Вот оно, осеннее море, такое мрачное. Я, наверное, впервые за последнее достаточно долгое время сейчас вот в голове нет мыслей, просто тишина и покой. О, это что-то. Я просто даже вот я снимаю, стою, снимаю, и я понимаю, что мне даже нечего сказать. И что я абсолютно ни о чем не думаю. Так вот. Хорошо, если завтра пойдет снег и будет совершенно уже другие погодные условия. Мне бы было очень интересно посмотреть. Потому что сегодня вот ясное небо, солнышко, все как обычно. Ой, корабль весь рассветился. Если вот видите, вот сейчас делаю прям в самом центре, огонечки горят, мигают там огонечки. Там какой-то танкер, корабль, не знаю, танкер. Ну, танкер, наверное, потому что он такой какой-то темный, как будто темный, металлический. Че, вот эти, которые всякие рыбу ловят, например, или еще что-то. Мигает весь огонечками. А че, мы пойдем куда-то уже?
Домой, что ли, или здесь будем? На меня вы ждете меня? О, мужа не видать. Ага, из леса зомби уже вылезло. Ну, пойдемте тогда, раз зомби замерз наш. Ничего, морюшка, мы к тебе еще завтра придем и послезавтра утром перед отъездом обязательно. Так вот.